комментариях. Я умираю. Всем здорово, на связи спецмашина. Сегодня у нас 5 июля. Это говорит нам о чем? Это говорит о том, что завтра 6 июля. Логично, да? 6 июля у нас что? 6 июля у нас забег, который называется Балтийский трейл. По песочку. И мы завтра с вами побежим там 10 километров под флагом спецмашины. Сейчас мы идем с вами получать стартовые пакеты и будем готовиться сегодня отдыхать, а завтра покажем, на что мы способны. Погнали! В этот раз стартовые пакеты мы получаем на Крестовском острове, вот прям рядом с метро. Пойдем, посмотрим, вот уже тут очередь, ребятки. Здесь на десяточку и на 21 километр получают стартовый пакет. Так, как всегда, я без справки, вот заполняем. Так, так, так. Ну, в общем, слава богу, по-прежнему я здоров. И все, иду, получается стартовый пакет. Сейчас сделаем с вами распаковку, но думаю, там особо сильно ничего не поменялось. Сейчас, кстати, надо найти информацию о том, какой у меня номер. Может быть, у меня в этот раз будет какой-нибудь счастливый делать ставки. Это будет мой. 14:33. Так, так, так. А еще, ну, я бегу не совсем один, вообще я планировал бежать с Жекой, вот, но он соскочил, я его за это не виню, вот, он пойдет на концерт. А соскочил он почему? Потому что вообще все движение планировалось 22 июня, вот, но там набережную строят, и поэтому его перенесли на 6 июля. А Жека как раз-таки, когда эта информация пришла, что переносится, он в этот день купил себе билеты на концерт, на который очень давно хотел сходить, вот, ну, естественно, он соскочил с забега в пользу концерта. Жена у меня побежит 5 километров. Побежишь 5 километров? Какой у тебя номер? Я поползу. Какой номер? Не знаю, там молодой человек нашел. Ну что, вы здесь? И мы здесь. Сегодня уже 7 число. Я вам вчера забыл сделать распаковку стартового пакета. Ну, смотреть там, собственно говоря, особо не на что. Пакет. Внутри конверт. Также здесь есть еще татуировка, какая-то easy print, можно, видимо, набить себе куда-нибудь, куда хочется. Также здесь есть календарь событий на 2004-2025, а вот здесь я побегу полумарафон 27 октября. А сегодня мы бежим вот этот Балтийский трейл Белой ночи. И самое важное слово здесь, во всей этой истории, трейл. Сука. Потом вам расскажу. Ну, короче, здесь просто номер, все с тем же самым датчиком. В общем, для нас часа два на дорогу, а для вас буквально вот так вот. Опа, опа. И мы где? Правильно, у вас 2 секунды, а у нас 1,5 часа дороги до Сестрорецка. Вот припарковались, за 45 минут приехали, говорят, там уже на въезде, туда поближе, там уже пробка, поэтому мы припарковались заблаговременно и сейчас идем искать нашу команду. Команду, да, у нас образовалась команда. Сейчас мы вас с нашей командой познакомим. Так, мы нашли нашу команду. Знакомьтесь, это Константин, это Светлана. Светлана — супруга Константина. Константин с нами сегодня бежит, а Светлана будет за нас болеть. Константин еще по совместительству является нашим исполнительным директором, который призван контролировать работу в нашей компании. Но помимо этого, так как мы сегодня не про работу, у Константина богатый опыт спортивный, да? Да, конечно. Да. Сегодня будем контролировать темп. Расскажи чуть поподробнее. Ты бегал уже... Где ты бегал? Дорогу жизни ты бегал? Да, дорогу жизни бегал несколько раз. Московский марафон бегал тоже пару раз. Полумарафоны — несчитанное количество раз. Но это, в принципе, немножко другое. Сегодня будет трейл, сегодня будет не асфальтовое покрытие, сегодня будет песок. Это всегда именно сложно физически, да, будут ноги немножко проваливаться, будет совсем другое, как бы, вот, способ передвижения, будет тяжело. Короче, да, трейл — это то, о чем я говорил, что ключевое слово во всей этой истории — трейл. Я подумал, что это будет обычный забег, а по сути, как бы, это будет вот по песочку. По песочку, как оказалось. Но зато не босичком. Не, да, босичком. В этот раз не босичком. Ну да, в общем, смотрите, какая здесь обстановка. Вот это стартовый лагерь, администрация, сцена, тут поддержка.
Это что там? Ладно, мы, короче, пойдем осматриваться, только пришли. В общем, я, как всегда, беру вас с собой. Я думаю, будет весело. Красавчики! Это фановый такой забег в пижамах называется. Давай, давай, давай! Ребята, вы лучшие! Здесь, конечно, все дело не в скорости, а просто в том, чтобы это было весело и... Ну а что, они пробежали 50 метров, да? Ладно, пошли найдем наших, да? Вот так вот бежим до машины, обратно разминаемся. Разминаемся по-прежнему. Через 10 минут стартуем. Белые ночи! Проводила. А где она? Она уже пошла в свой кластер. У вас водительство. Короче, потеряли жену мою. Так, сейчас найдем. Вот она стоит, потеряшка. 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 Все, я начинаю сбиться, я тебя пискаю, потому что я точно сбежу. Мы сейчас выбежим туда и побежим по Твердыне. Сейчас сначала, только это вначале будет. Я желаю тебе удачи. Я тебе тоже. Давай, все, увидимся. Все, мы пошли. Давай! Что, мы начинаем? Поехали! Разные станции! Заветы яркие! Медали в дыме шора! Как мы всех обгоняем, это лихо, а? Менты, бежим! Ну вот, и все, сразу же веселье кончилось. Один на один с собой, да? Да. Ну вот, по тверденькому нормально. А жена моя переживала-то, а? Не асфальт. Вообще ни разу не асфальт. Если бы я знал, когда покупал, я бы подумал. Асфальт скоро начнется. Да? Он только кончился, его пропустили. Константин по дороге рассказывает мне, как надо кушать, как надо следить за своим здоровьем и как готовиться правильно к полке. Значит, смотри, в любом случае, да, подготовка любая, да, она начинается с того, что, вернее, так, кушать или не кушать, зависит от того, как ты готов, да, если твой организм специальными тренировками, да, уже адаптируется к определенной нагрузке, но ты там сам понимаешь, потребуется тебе еда, не потребуется тебе еда, в каком количестве, питье и так далее. Не, ну 40 километров, ну в принципе, если как ты говоришь, просто Константин мне сказал, что ну типа нормально там за 3,5 часа бегать, ну как будто бы да, даже проголодаться можно не успеть. Не, ты успеваешь, конечно, смотри, во-первых, ты теряешь влагу. Сильно прям. Да, да, и, ну... Я, например, так себе подготовил, у меня такой как бы принцип питания, что до часу, да, вот нагрузки, я ничего не ем. Во-первых, потому что, ну, не хочется. Во-вторых, потому что я понимаю, что после того, как ты съел, это касаемо моего организма, да, что касается организма там, любого другого спортсмена, все очень индивидуально. А после того, как ты съел ель там или еще что-то, ну, какое-то время будет впитываться. Если у тебя вся дистанция, там час 15, час 20, то ты получишь энергию, грубо говоря, на финише. Когда побежишь, да. Вот, поэтому... Вот, но зато после часа, если ты там бежишь в районе 3 часов, то тебе нужно уже каждые полчаса себя обязательно что-нибудь вваливать. Ну, опять же, это индивидуально. Притом гели очень все разные. Да, ты должен... Ну, жижа ты имеешь в виду вот это, да? Да, да, сладкая жижа, варенье. Я, например, сейчас почти не ем, да, гели. Я ем мишек таких, барни, или как они там называются. Они... То есть я, хоп, два мишки так под губу засунул. Мармеладку типа? Да, да, да. И несу во рту. Да, там что-то рассасывается, растаивается. Лайфхаки такие, да? Да. Собственные. Все хорошо, то есть у меня лежит карман там этих конфет. У меня, когда гель ты срываешь, у тебя руки там пачкаются. Да.
что-то надо выбросить это, что-то там посорить, а мы же за экологию, верно, топим? Да. Поэтому все это бросать на землю мы не будем. Потом мы потребляем эти мишки, по сути, то же самое мальтодекстрин. Все. А попить? Ну, попить надо смотреть. В принципе, если ты там не лупишь на все деньги, на все результаты, возьми с собой бутылочку. И хочешь пить, попей. Или веди время. Вот я веду время. Я знаю, что если я поел, да, какой-нибудь гель съел, то я обязательно должен его запить. Ну да. Это раз. Второе. Если я гелий там ем раз в полчаса, то пью я там раз в 15 минут. Через час. А не всегда питание будет находиться на этом как бы расстоянии, да? Ага. На этой точке. Как тебе в целом давать интервью? На ходу. А, мне нравится под шум волн давать интервью. Я правда не понимаю, будет что-нибудь слышно или нет. Наверное, будет. Ладно, мы немножко паузу возьмем. Это очень романтично, ребята. Присоединяйтесь в следующий раз, подплавим спецмашины, чтобы убежало как можно больше людей. Евгений Владимирович, зря. Надеюсь, твой концерт того стоит. Панк и хой, это все понятно. Но посмотри на это, ты любитель красивых кадров. Мы подбегаем к середине маршрута. Вот разворот. Команда болельщиков скромненькая. Ветерок. Бежим обратно. Прием. Я в ахуе. Пульс 177. Бежать. Вон туда, бля. Осталось 3500. Ветер дует, хотя бы освежает. Константин вообще на уверенном двигается. Сейчас понесет меня, походу. Я умираю. Последняя пятихаточка. Подписываемся на спецмашину. Это пиздец, 185 пульс. Поздравляю. Спасибо. Ты вообще монстр! Ну давай пятюнем. Я сейчас умру, блядь. Ты, конечно, просто красавчик. Ребят, я чуть не умер, блядь. Это вообще без шуток. Зато я обогнал ромбик. Да, ты сделал ромбик. Ой, ладно, сейчас я в себя приду и выйду на связь. Константин мне поставил какую-то цель, бегущую передо мной ромбик. А девочка бежала ни много ни мало, там, наверное, 4.50, да? 4.55. Но это какая-то фантастика, я ее догнал. Я ее обогнал, но она мне перед самым финишем наступала на пятки. Но я с пульсом 180, далеко, почти 190, дернул ее. Ну, все, в смысле, обогнал. Это просто супер. Поставить цель, выполнить ее и перевыполнить ее. Это... Девчонка, что ли? Ай-яй-яй. Что за прикол? Я чуть не умер. Я тоже. В общем, мы всем рекомендуем. Бегайте, занимайтесь спортом. Да. Подписывайтесь на спецмашину, пишите лайки, ставьте комментарии, точнее наоборот. Ну вы поняли, колокольчик. Здоровья и хороших результатов вам. Здоровья главное. Мы готовимся к следующим выступлениям. До новых встреч. Пока.